поддубник красавчик попался. Ждал нас. Да. О, какой. Вот, опять пришел в то же место, где я оставлял один гриб-баранчик. Вот он почти не изменился, а рядом вырос другой. Только вот этот уже похож на грифовую курчавую. А этот трутовик зонтичный. Ха-ха, офигеть. Очередной поддубничек. Ну-ка. О, у какой. Фу. Хорош. Грибочек. Вот. Еще. Ха-ха. И здесь уже есть. На жаркое уже набрали. Красота. Мускусная земляничка. Вон она. Вон там еще. Красота. Эталон мускусной земляники. Вот такой итог добычи сегодня. 4 или 5 июля. Лучше 4 сегодня. Да, лучше 4. Хотя на самом деле 5, да? Нет, 4. 4. Вот, гриб, баран, поддубнички, лисички, липа, земляника мускусная. Вот так. Отлично. И счастливый папан. Потому что жив. Выбрались, да, из дождливого леса. После дождя. Вот поддубничек. Разрезаем его. Хопа, сразу посинел. Был желтенький. Приехали за черникой. Ягод. Прилично. Достаточно крупная. О, вон сколько. Вот все черничник. О, вон жена моя. Я там папан. О, собираем чернику. Среди зарослей. Голубики. Черник. Багульник. И куча комаров. Блин. Черничный кайф. Вкусный. Ох, собираю. Первый раз он попробовал. Так, вот черника, да? Вот ягодка. Вот там еще ягодки. А вот голубика. И листики у меня сизые. И ягодки вот они, не зрело еще. Вот такие листики у голубики. А вон черника. Такая вот разница. Багульник, черника, голубика. Какие заросли. И сколько ягод. Красота. А вот и черничный кайф у нас с женой. Погнали. Здесь вот я был, да? О. А я сегодня с клопом. Клоп. О. С клопом. Привет. Пока. Пока. Вот такой вот ягодный тох за
5 июля. Черники. Сколько тут? 8. Почти 12 литров. Земляника даже попалась. Это она такая 12-ки догоняет. Такая вот красота. Офигеть. Офигеть, какая ягода. 11. Шикардос. Такой вот ягодный итог. На 6-е. Красота. Спасибо. 11 июля что-то. Подобничек. На наших подобных местах. Ездим мы. И даже вот, кстати, лисички. Ну вот, наконец-то в наших местах пошли осиновые грузди. Вон они. Вон они. Ну-ка. Раз. Срываем. Ну, какой красавец. Фу. А запах какой. Офигенно. Отлично. Вот такой грибной итог. 11 июля. Поперли осиновые грузди. О, какие красавцы. Осиновые грузди. Вот так. Ну там еще есть. Ходил, да? Да, лисички круто. Есть, подубники. Это и есть подъельник. Какой-то он такой розовенький. Сосновым молодым лесом. Красивый. Вон еще. Там дальше вон еще. Какие красавцы. Фига себе, что это за гриб? Гигант. Гигантский гриб просто. Так, а будем вытаскивать. Давай вдвоем. О, блин, не ходи. Огромный поддубник. Фига себе размер. Блин. Все, накормим весь район. Кто его тут выращивает? Да. Вот такой грибной итог. Сегодня 12 или 13 июля. Даже не помню. Пол корзины лисичек. Вон там папан идет. У него тоже прилично. Красота. Давай его, сынок. Он убьет. Зачем ты сломал-то? Надо что было делаешь? Вот так вот за ножку. Раз. Ты что делал? Вот. И снимаешь. Понял? Глеб, хулиган. Ничего страшного, научишься, да, грибать? На тебе это был его первый грибок. О, ягод куда был. Подосиновик, натуральный. Ура! У нас счастье подосиновое. Пока. О, пошли подосиночки наши. Тут уже и груздики осиновые. Маленькие. Еще больше. Красота. А там я еще оставил корзину с груздями. Ну-ка. Посмотри. Где же груздик? Вот. Где-то там вот. Вон они. Вот они. Ха-ха, улов-то есть. Отлично. Ха-ха, попался. Дубравный подосиновичек. Темно, аж не может качественно заснять. Во. Во, наконец-то попались подосиновички. Вот такой сегодня грибной тох за вечер. 13 или 12 июля. 13. В общем, подосиновики пошли. Сначала попадалось чуть-чуть совсем, а потом в одном месте прям нашли побольше. Подосиновики, грузди осиновые, лисички, один подубник. Отлично. Нашли осиное гнездо. Вон какое. Несъедобное, жалко.
Одна оса оттуда вылетела, кстати. Спаслась одна, получается. Кто от кого спас? Вон еще. Вон вылазит. Еще одна. Так, порвались. А вот и волчьи ягоды. Вот они. Вот такие листики, такие ягодки. Супер ядовитые растения. Вот она как выглядит. Вот такие листики. Ха! Малина. Едок. Малиновый кайф. Еще не делал такой ни разу. Вкусно. Может даже вкуснее, чем черника. Надо собирать. Малина-то есть. Ха. Ну-ка. Пожалуйста. Ягод. Малина навал. Красивая. Ха-ха-ха. О, малиновый рай. Сколько ягод. Вон они. Вот они. Обалдеть, какие ягодки. Фантастика. В этом году малины, конечно, навалом. О, все красно. И вон там. Фантастика. Малиновое счастье. Вот такой вот малиновый итог. Сегодня 14 июля. Вот накосили лесной малины. Без червяков. Раз. Да, без червяков. Грибов не попалось. Папан счастливый. Мы счастливы по-любому. По-любому. Вот они. Засолил осиновую грусть. Из расчета 40 грамм соли на килограмм грибов. Тут как раз где-то кило с небольшим грибов. Вот. Перемешал смородиновый лист. Лист хрена. Чеснок порубил. Зонтики укропа. Перец горошком. Перец душистый. Лавровый лист. И соль, естественно. И все это вперемешку так слоями укладывал, заложил, поставил гнет в виде бутылки. Не очень удобно, но сок дало. Посюда уже сок поверх. Вот теперь будет солиться 30 дней. Сегодня 13 июля, значит 13 августа будем есть. А это, кстати, малиновое варенье будет. Засахарил ягоду. О, королевский белоножковый подосиновик попался. Он, конечно, шикарный вот, по сравнению с рукой. Такой там, ух. Красавец. Вот такие надо собирать и есть. Там вырезаешь на сковородочку и жаришь. Солюшки туда, и больше ничего не надо. Вкуснейшие грибы. Ладно. Ползу. Вот еще один. Он уже побольше вырос. Отлично. Косим подосиновики. Ха! Вот какие попадаются. Красавцы. Размер. Вот какой. Сантиметров. О! 15. Боже, какой красивый гриб. Чуть не фокусируется. Ну-ка. О. Ух ты, красавец вообще. Чистоган. Фантастика. Офигенно. Дубравный подосиновик.
Красавчик вообще. Ва. Недавно мне красноголовый попался, или белоножковый. А сейчас вот дубравный. Чистоган. Вот такой вот грибной итог за 14 или 15, не помню, какое-то июля 15-е, да, вот. Вот пошли подосиночки белоножковые, дубравные, сорс лисичек, больше, конечно, лисичек, хотя подосиночек примерно так же, один маленький беленький попался, такая вот красота. Вот такой грибной итог. 15 или 14 июля. 15 по подосиновики. 15 штук. Дубравных 12. Свинушки, подберезовики. Осиновый гроздь. Один беленький, кстати. А там у меня вымачиваются осиновые грозди. Отлично, красота. Такой грибной итог. 16 июля. Дубравные подосиновики или серошляпые. Ну так, может на баночку засолить. Ну вот, наконец-то на нашем месте, на втором, подосиночки попались. О, побольше хорошие. О, красавчики. Вот так вот жарятся подосиновики. Вот так они темнеют. Но будут вкусные. Вот они. Наконец-то. Пошли белые. На наших местах. Офигеть. Вот они, молоденькие, ползут. Значит, рыбная волна белых пошла. Офигенно. Подосиновики все еще есть. Я проверю. Ну-ка. О, будет неплохой. Конечно, шляпка раскрылась сильно. А? А вот это, конечно, уже... О! А это красавец. Отличный. Ха-ха. Собираем дальше. Вау. Два красавца. Проверим. Ух, хорош. Давай. О, идеальный вообще просто. Офигенно. Вот это подосиновики. Фантастика. Изобилие подосиновиков. 4, а вот там еще 5 я сорвал. Офигеть. Красота. А он еще вижу вдалеке. Вот это подосиновище. Он просто вон огромный. В смысле, очень хороший и большой. О! Как белый гриб почти. Фантастика. О, почти с нож размером. А корзина-то полнится. Ну-ка. Красавец белый. Чистоганчик. Грибалочка июльская. Вот такой грибной итог. 20 июля. Кстати, беленькие пошли. Подосиночки красавцы. Там еще лисички. Осиновые грузди, два поддубника. Вот такой грибной итог. 20 июля 2018 года. Начали попадаться беленькие. Рыбы немножко, но не так сильно. Подосиночки, конечно, красавцы вообще. Шикарные просто. Пару поддубничков. Один дубравный подосиновик.
или серой шляпой. Осиновые грузди и лисички. Вот такая красота. Супер биотоп. Вот брусничник. Ягодки, кстати, вот зелененькие. Так, здесь у нас черника. А вон голубики, там ягодка. Вон там вот кусты голубики. Вот они, ягодки. Даже ягодки висит, ладно. Тут же багульник. Фу. Ох, природное разнообразие. О, набрал хорошую ладонь голубики. Вот с этого куста. Куст обалденный. Отвезу жене и детям. О, красота, кто как отличается. Вот это беляк попался. Кто-то глушину подбил. Ну-ка. О, фига себе, он хороший. Это самец. Это хороший белый гриб, обалденный. Самец. Все, Папана сегодня суп обеспечен. Глушину, ты, Миша. Вызвали его еще одну. Фантастика. Видал? Кого он нас не собрал? Да.